Добрый вечер, моя любимая страна. Сегодня к нам приехал с Енисея Енисей. Ну, если можно так сказать. Это вот такой красавец, красавица Китаина, который страдает тяжелым заболеванием. Слава Богу, что Енисей приехал к нам. Теперь уже этим заболеванием страдать он особо не будет. Заболевание называется атопический дерматит, генетическое заболевание, хроническое, неизлечимое, которое поддается терапии, с которой в дальнейшем Енисей будет легко и просто жить. Чесаться не будет, разлизывать себе лапы не будет, свои интимные места тоже, вот так вот стесняется, смотрит по сторонам. Запах специфический воспаленной кожи тоже уйдет на второй план, и наши владельцы, которые рядом сидят и стесняются, тоже будут довольны. Вот, поэтому наша история о таком красавце сегодня. Енисей. И для еще подсказки, у кого есть эта порода, у Енисея подтвердилось такое заболевание, как болезнь фон Виллибранда. Это болезнь генетическая, врожденная у этой породы практически у всех. Заболевание связано с сворачиваемостью крови. Даже мы сейчас сделали укол, а кровь не сворачивается. Вот. И покажем анализ. Вот он. Поэтому, если нашу историю смотрят специалисты, вот смотрите, какой анализ у нашего Енисея. Вот, опять же, владельцев не показываем. Вот. На этом ставим точку. Енисею на неделю назначаем лечение, и через неделю сделаем вам отчет о проделанном лечении и выздоровлении Енисея.